Привет. Мы пришли в парк в Соному. Да, это Сонома. Вчера были, не успели в парк зайти. А вот сегодня успели, но уже темно, уже поздно. Это у нас здесь на скамейке памятник генералу Валеха Гонолупу, что ли? Ой, не знаю. Ну, не знаю я. В общем, очень красиво здесь. Воздух такой чистый. Легко дышится. Там театр где-то вот мы проходили. Был. Сейчас очень темно, но на экране светло. Такие пальмы. Сейчас я сделаю вот что. Пришли американцы, и вот что они делают. Ну, я просто думаю, вам интересно это будет. Так, они не возражают. It's kind of creepy, isn't it? Hold on one second, I gotta clean my... He's wishing that he's wishing he had a paracleat. He's wishing he was like... So the whole story is that he's facing away from the butterfly at a protest. Женщина прошла с коляской. А, нет, парочка вот. Сзади-то можно фотографировать? Вообще, я стараюсь детей не фотографировать. Так, это моя тень здесь. Но ничего не видно все равно. Так, это уже велосипедисты. Так, все, уходим. Уходим. Ну, молодцы, они так добродушно улыбались. Замечаний мне не делали. Собаку тоже будем сейчас снимать. Терпение. Так, вот она, красавица. Сейчас я ее приближу. Это либо у нее такой черный окрас, либо это у нее одежка ее. Такая большая. По-моему, это окрас у нее такой. Вот вам, пожалуйста. Вот здесь такие балкончики, как в Луизиане. Какой город я забыла, какой там у них город-то. Я потом вспомню, может, напишу. Там идешь по тротуару, а наверху у тебя вот эти вот балкончики, там люди сидят в Луизиане. И этот кафе. А внизу вот идешь, и дождик на тебя не капает. Такая вот улица. Главная улица там где-то осталась. Сейчас 6 часов вечера. Еще это... Перевели часы на час назад, поэтому сейчас очень темно. Так, ну все, наверное. Что могла, показала. Очень много людей с собаками. Так, сейчас я, может быть, эту собачку засниму.
Вот я снимала вот там и говорила, что на Луизиану похоже. А вот здесь вот тоже так же. Дорадо написано. Эльдорадо. Китчен. Наверное, гостиница, что ли, вот наверху тоже. Над тротуаром, как будто бы вот как навес эти веранды или балконы. Так, вот такой вот огромный парк. Ну, хорошо, что вот сейчас темно, а видно прям как днем, можно сказать. Красиво, но я ничего не вижу, потому что темно.